сейчас будем начинать. Ура! В смысле новая версия Wicked Wims? Нет, я не буду, я ничего не обновляла, я не готовилась к обновлению никакому. Не поступайте так со мной. В этом дне, который у нас наступил, мы, кажется, должны были рулить события, и, возможно, даже мы его зарулили в конце прошлого стрима, но я совершенно не помню, что мы там зарулили. А, все, припомнила. Нет, задиристая атмосфера у нас должна была быть 2 дня, да? Задиристая атмосфера у нас должна была предыдущие 2 дня быть. Наверное, она у нас уже была, да? Нам уже нужно что-то другое. Я совершенно не помню, что там за событие. Было там какое-то событие? Напишите мне, пожалуйста, кто помнит. Было событие у нас или не было? Рулили мы события в итоге или нет? Я не помню. Не могу вспомнить, пока буду Симом давать команды прокачивать навыки. И очевидно, что нам придется привязать вот эту дурацкую куклу к кому-нибудь, которая есть у Киану. Либо к Кристине, либо к Миле. И так как Наташа тоже не помнит, да? Так как это нужно каким-то образом решить. Кстати, куда кукла исчезла? У него же она была здесь в кармашке. Нет? Куклы Вуду нет? Он куда-то ее дел? Стухли цветы, обратите внимание. Грустная история. Дольф куда-то пошел, да, вздремнуть. Нет, Дольф, давай ты выбросишь эти цветы чудесные. Кстати, их вместе с мухами можно выставить в продавито. Это забавно. Ну, ладно, раз мы не помним события дня, значит, мы будем рулить новое событие дня. Так даже, наверное, интереснее. Я реально забыла, какое там должно быть событие. Поэтому мы сейчас спросим, что нам готовит новый день. А потом, если найдем куклу Вуду, которая потерялась, не привязанную ни к кому, мы за Киану сделаем бросочек рандом кубика. Чё-то нечет, соответственно, на Кристину или на Милу, к кому-то он эту куклу привяжет, ну и будет, соответственно, качать навык пакостей. Я думаю, так. Бренда узнает про события дня. Ага. Боже. Один из членов базы, да, один из поселенцев хочет покинуть нас. Если у вас есть лидер с харизмой уровня 5 или выше, то такой лидер убеждает поселенца остаться. Если у вас нет такого лидера или у вашего лидера харизма не достигла 5 уровня, вы должны назначить всем поселенцам номера и броском кубика определить, кто покидает, ну, домашнее хозяйство. Вы должны немедленно удалить этого Сима с участка. Ой, Наташа, надеюсь, есть у Наташи у нас харизма уровня 5. Есть! Слава богу! Нас пронесло, никто нас не покидает. Наташа убеждает кого бы то ни было остаться. Я не знаю, кто у нас. Возможно, Киану со своим кризисом среднего возраста хотел нас покинуть, но Наташа убедила его не совершать этой ошибки. Задержаться. Вижу, что созрел у нас урожай. И, кстати, вот что хотела сказать. Я думала о том, что у нас скиллы, ну, например, мы заменили бренде вот это цветочное производство на вязание. Выдохнула Наташа, да? Я тоже выдохнула. Вот. И получается ерунда, что даже если бренда выкачает вязание, то вот эта вот цель, да, которая у нас должна закрыться вот здесь, вот навык, да, вот это производство цветов, цветочных композиций, ну, получается, что она не закроется никак. Поэтому мы пойдем путем революции, мы будем выкачивать вязание, как и планировали, а когда бренда достигнет 10 уровня вязания, мы просто скиллом прокачаем вот это цветочное производство в 10-ку. Я думаю, что это разумное решение, на самом деле. И также будет со стрекашкой. Если у нас появится стрекашка, мы стрекашке дадим навык на прокачку другой, который мы задумали с Наташей втихаря за кадром. Вот. А когда он выкачает тот самый скилл, то пение мы ему также поднимем кодом. Не надо, Кристина, кричать. Кстати, что у нас там? Мы же волшебную баночку, да? Ой, нас опять зачесался. Где-то здесь ставили на просушку. Бренда пошла качать спортивный навык. Но это, конечно, выглядит устрашающе очень. И я думаю, что нам нужно обратить всех персонажей в сохранении в зомби заново, потому что меня терзают смутные сомнения, что зомби у нас в сохранении стало как-то очень подозрительно мало.
И с чем бы это могло быть связано, да? Это что, это Кристина? Да, это Кристина, сумочка. Положим баночку на место, посмотрим. Опен! О, опен! Отлично! Ну-ка, а вот мы можем это как-то заправить сюда? О, посмотрите, что это такое? Что это такое? Кристина, праздник на твоей улице! Сейчас. О, боже! Ну, я, конечно, все понимаю. У них это вообще нормальная практика, да? Один курит в толчке, второй душ принимает там или чинит что-нибудь. Смотрите-ка, мы немножечко ошиблись. Мы думали, что у дамской половины населения... Наташа говорит, слушай, Киану, выйди. Вообще-то Кристина здесь моется, как бы, алло. Ты не нашел другого места для перекура, да? Может быть, у Кристины есть какой-то умысел вообще-то интересный. Какой-то интерес нестандартный. Так что, если найдем куклу Вуду, даже можно, наверное, уже не ролить, а просто привязать ее к Кристине, раз она так вот с Киану себя ведет. Только где эта кукла? Реально, я не могу понять. Может, мы ее кому-то отдали? Которая не использованная. Очень странно. Непонятно. А, я подозреваю, что, может быть, у нас даже, знаете, вылетела игра перед тем, как мы начали бросочек делать. Кстати, я допускаю такую мысль. Да, они уже как родственники, пишет Наташа. Это точно. А куклу, кстати, я так и не нашла вторую. Вот я посмотрела багажи, да, и куклы я здесь никакой не вижу еще одной. Вот, кстати, рыба дофига у них самая разная, а куклы нет. Только та, что у Наташи лежит. Видимо, Киану ее где-то... потерял, скажем, культурно потерял. Вот, можно выложить нычку. Нычку наших всяких рыбок в шкаф. Рыбок в шкаф положим. Вот эта странная бутылка. Какая-то, какой-то туман, который должен конфузить зомби. Не знаю, как это понимать. Озадачивать, да? Сбивать с толку, я думаю, правильный перевод. Выложим рыбок. Прекрасно вообще, смотрите, шкаф как для наших рыб и создан был, видите, они туда прям в ячейке, ну, не то чтобы идеально, но почти идеально помещаются. В банку положим что-нибудь еще. И Кристина, день счастья сегодня. Смотрите на это. О, боже мой, я хочу это сделать как скриншот, потому что мне нужны обложки для новых серий. И не делится ни с кем. Сегодня у Кристины будет хорошее настроение. Я уверена. И посмотрите, у нас дубль 2. Теперь моется Бренда. Наташа стоит просто, я не знаю, что она курила здесь тоже, да, после туалета. И все в кучу грязного белья. То есть, может быть, конечно, голод их никак не беспокоит, да, но вот с грязным бельем точно нужно что-то решать, потому что, ну, это полный трэш. Киану любуется своим приобретением. Посмотрите, вы видели, он стоял, ну, видимо, покуривал еще и смотрел на этот безобразный венок, который он принес, и радовался. Какой он молодец, какой он вор, талантливый, какую находку он в лагерь принес. Как все должны быть теперь, наверное, счастливы. Вот, кстати говоря, в комментариях под прошлой, ну, под нарезкой стримов, Никита мне писал, что Киану на самом деле вот очень ему нравится как персонаж, он классный, и вот что как бы не надо его съедать. Так съедать Киану мы не будем, выгонять тоже целенаправленно. Вот, и что еще хочется сказать, что Никита нам сделает персонажа. Персонажа, который, когда у нас будет соответствующее событие, примкнет к нашей банде. Так что это прикольно. У нас будет еще один персонаж от подписчика на базе. Так, Кристина пошла в отрыв. Да, Кристина именно туда и пошла. Что опять происходит? Опять лиса что-то украла, да? А, да, смотрите, она яйцо несет. Это яйцо она несет? Слушайте, она как змея несет яйцо в пасти. Представляете, там же скорлупа. Она его засунула, посмотрите, все в пасть. Как она его держит вообще в этой пасти? Это, знаете, как змея заглатывает вот это яйцо внутрь.
Ой, в жизни как актер классный, а в игре что-то фу, пишет Наташа про Киану. Ну, это просто, мне кажется, его сделали таким, знаете, немножко офигевшим. Ну, с таким лицом, как будто его дверьми прижали. Посмотрите, опять Наташа почтальон у нас здесь. Почта доставлена, ядрит Мадрид. Да ладно, да вы гоните, какая почта доставлена? Убираем этого персонажа отсюда, так они и спавнятся нам из галереи. Ужас. Уходи, Наташа, неправильная. Алиса стоит, знаете, с этим яйцом. Она просто думала, что ее сейчас будут как-то пытаться покарать за то, что она стырила это яйцо, и всем пофигу. Она стоит в недоумении, такая, что никто не будет даже мне ничего говорить, да? Наташа пишет, скорлупа это кальций. Но у нее, может, застряла просто, видите, в пасти. Она даже не идти не может. У нее какой-то, видите, она выплюнула это яйцо. Вон, смотрите, что с лисой. Она, походу, рыгает. Напоминает моих котов. Походу, это конкретно лиса. Больше не будет у нас ничего тырить. Я думаю, что ей хватило. Так, и хотелось бы кого-то, а вот Бренда уже сама, да, собирает белье, чтобы постирать в корыте. Я только хотела сказать, хотелось бы кого-то напрячь со стиркой, и вот Бренда этим занялась. Наташа, лидер, плюс два, развлекается в одиночку, друзья. Посмотрите, как это она тут развлекается, извините, на чем? Ой, а где это там, что там, что-то стульчик сломанный, да, стоит? Ой, Наташа, лидер, ну хорошо, хоть ушла в комнату. Отдельную, простите. Вот. Скорлупой подавилась лиса, пишет Наташа. Да. А Кристину, посмотрите. Покурила и уснула. А у нее мудлеты есть какие-то особенные? А, да. У нее приподнятое, ошалевшее такое счастливое настроение. Посмотрите, от того, что она покуривала. Ну и, соответственно, у нее должны быть такие красные глаза. Да, они такие есть. Я ржу. Ну что, надо кушать, наверное, им какую-то готовить какую-то еду. Не будем Бренду отвлекать от стирки. Посмотрим, что может приготовить Кристина в своем ошалевшем состоянии. Надеюсь, она не сожжет нам плиту, вот грибной стейк. А, пожалуйста, с едой вообще нет перебоев. Я говорю, я немножечко даже жалею, что мы эту плиту поставили с самого начала. Ну, как-то оказалось, что она реально слишком читерская. Вот, может быть, это и неплохо, конечно, но, наверное, без нее было бы похардкорнее. Ну, уже как начали, так начали, что уж поделать. Хотя, в принципе, знаете, мы можем каждый день бросать кубик, ломается ли у нас гриль, и, например, если выпадет там четное число, плита живет дальше. Выпадет нечетное, мы ее ломаем. Вот, можно вот так вот, чтобы был какой-то немножечко адреналин, да, вот это вот все обыгрывать. Пишите, что думаете. Хотите, чтобы мы ломали плиту или нет? А, кстати, я хочу глянуть. У меня... А, ха-ха, прикольно. У меня появился один виджет. Ха-ха! Я пыталась настроить опять стрим правильно, но что-то опять пошло не так. Хочется пойти на другой лот все-таки сегодня сделать вылазку. Может быть, я говорю, туда, где у нас был предыдущий лагерь, все-таки сходить, да? Может быть, там за дополнительные дни в мусорном баке что-то появилось. И дать Киану еще один шанс отличиться, украсть нам что-нибудь по-настоящему полезное. А еще я хочу посмотреть, есть ли воровство как навык, присутствует ли оно. Нет. То есть, если это и навык, то он скрытый. Кстати говоря, что удивительно, у Киану третий уровень навыка пакостей. А как он себе прокачал этот третий навык? Наташа пишет, кто как умеет, тот так и развлекается. Интересно, она еще до сих пор развлекается, даже что-то не подошла. Да, развлекается. Все уже кушают, Наташа продолжает развлекаться. Такой небыстрый процесс, небыстрый. Трудоемкий. Можно попакостничать за Кьяну, пока он покушал уже, да? Посуду мыть пошел. У нас еще моющее средство есть. Посмотрите, как вспенилось все в раковине. А что такое происходит? У нас... Может, у нас задиристая атмосфера не отключена на лоте до сих пор?
Так, ну давайте Киану у нас разыграет Кристину. Где у нас пакости? Ой, есть обман и есть шалости. Пошалить шокером звучит страшно. Пусть он... Я просто не до речи у меня пропала. Я просто увидела, что Наташа пришла сюда в таком... в обнаженном виде. Я забыла, что хотела сделать. Я хотела за Киану сделать какую-нибудь пакость. И вот я хочу вот это спросить про ценные пожитки. Я увидела, меня заинтересовало, что это за такое действие. Видите, здесь значок клептомана. Это что, он ее может обокрасть или что? И вообще, как это... Никита, привет! Никита пришел. Никита, привет! Я уже озвучила, что ты нам готовишь персонажа для нашей группы. Так, ну, время вообще 3 часа дня. Если отправлять симов на вылазку, то делать это сейчас. И я все-таки хотела... Длительность процесса, уточняет Наташа. Да, процесс был душевный, длительный. Я все-таки хотела бы, наверное, знаете, персонажей в сохранении все-таки всех обратить в зомби, потому что на меня напрягает. Мне кажется, что мы перестреляли уже всех возможных зомби. Вот. Никита пишет, я, кстати, раньше думал, что Наташа ваша сим-версия. Моя сим-версия, в отличие от Наташи, не развлекается сама с собой. Тьфу-тьфу-тьфу, пока не пробовала она тут этим заниматься. У Наташи сим-версия. Да, еще шалунья. Вот. Моя сим-версия вон та ходит, которая запрещенную укроп курила. Скорее, как у меня тоже. Это не значит, что я курю запрещенную укроп, но это значит, что когда-то у меня была молодость. Наташа, кто бы говорил? Не знаю, не знаю, не палила. Ладно, надо собрать ребят на вылазку. Я думаю, что мы сейчас по патронам быстренько сориентируемся. Ну что же, мы прибыли на лот, где раньше у нас была база. Давайте попробуем здесь поискать что-нибудь бесценное. В помойках, например. И смотрим, когда у Киану появится мудлет. Я бы хотела сразу зафиксировать, что он украл в уведомлениях. Так, что там у нас? Ну, Кристина с укропом взаимодействовала, ей должно быть по барабану, она могла бы что-нибудь и поискать в контейнере, но в контейнере по-прежнему пусто. Кстати, почему? Мне не нравится, что в контейнере второй раз мы приходим, и там по-прежнему пусто. Давайте сделаем в контейнере полно. Но это неправильно как-то. Сделаем хотя бы вот один со средней заполненностью, а вот этот можно прям сделать через край. Ну это как-то несерьезно, что там нет никакого мусора. Мусор должен быть. Где же помойка? Как это тут есть, а там нет? Нелогично вообще ни разу. Вот, и Кристину, и Милу, которая поет песни, отправим искать, собственно, мусор. Ну, вернее, декор искать и мебель, там что-нибудь там найдут. Мила, хватит петь, пожалуйста, прекрати этим заниматься. Наташа с куклой Вуду. Насколько я могу видеть, шалит автономно, да? То есть Киану там пошел что-то воровать, она издевается над ним. Он не воровать пошел, а спать. Киану, подъем, как ты украдешь, если ты спишь? Спать нельзя. Мы пришли сюда за предметами ценными. Как это спать? Смотрите, Кристина нашла деталь для улучшения сантехники в мусорном баке. Киану успешно крадет предмет, я зафиксировала это. И не привлекает внимания, предмет теперь находится в багаже его семьи. Как всегда, очень ценный предмет. Посмотрите, Киану украл картинку с какими-то листиками, с камышами, засушенными, видимо. Это ужасно. Это отвратительно. Неужели он не мог ничего более полезного нам украсть? Пусть Дольф, раз он здесь рядом с помойкой, что-нибудь там поищет. Зато для антуража. Никита пишет. Для антуража, в смысле, картинка с камышами засушенными, чтобы мы украсились там. Мне все интересно. Вот я говорю, я рассказывала Никите в комментариях под нарезкой стрима, что когда я играла в Sims, в какой-то там из своих вариантов,
А у меня там пришел в гости прокачанный персонаж с воровством. Вольфганг Манч, как ни странно, пришел, да? И он украл у меня две кухонные тумбы. Просто я после его ухода смотрю, у меня на кухне не хватает двух тумб. Думаю, что за фигня вообще произошла? Оказалось, вот он украл это. Но здесь пока такой роскоши не происходит. Я думаю, почему Кристина не идет, знаете, воровать в помойку? А она опять доставала свой волшебный бутыль из багажа и прикладывалась к нему. День без электричества, говорит, голосование. У нас вся жизнь без электричества. Никита пишет, нужно же как-то украшать затхлый подвал. Ну, насчет затхлой я бы поспорила. Может быть, у них там благоухает все. А насчет украшать, ну, да, в принципе, конечно, нужно. Так, видимо, этот мусорный контейнер в прошлой жизни был колодцем желаний. Кристина извлекает 4-7 миллиона из его грязных глубин. Бесценные находки. У меня такое впечатление, что у нас не только Кьяну ворует фигово, у нас и по контейнерам ныряют Симы все фигово, ничего полезного найти не могут. Жалко, что мы не можем ничего вот так вот прямо украсть отсюда, да, чтобы... Да что это такое-то? И Кристина, смотрите, туда же. Может быть, им подружиться с Киану? Кристина находит объект картина Ода Джазу. Призрачный квартет в мусорном контейнере. У них что, какой-то, я не знаю, какая-то цель облагородить наш подвал и удариться в искусство, в поклонение искусству? Картинную галерею там сделать, да, внизу? А я думаю, кто-то Киану сегодня с утра смотрел, знаете, на детские рисунки. Я поняла, он смотрел на них скептически и думал... здесь не хватает какого-то серьезного произведения искусства, а не вот этой вот фигни. Наташа курит на улице, стоит. Я хочу скриншот, конечно. Мне нужен, конечно, здесь скриншот. Так, хочется успеть после этого дня отыграть тот, который будет без события, да? Но когда мы качаем скиллы, то есть первый день мы куда-то топаем, как правило, да, второй день мы прокачиваем скиллы на лоте, то есть как-то наших персонажей пытаемся апгрейдить, да. Здесь больше, я так понимаю, собрать нечего, потому что Сима, я смотрю, утомившись вот этими всеми развлечениями, пошли легли спать. Ну, можно еще поискать? Поищи, Наташа, поищи. Все поискали, и ты поищи. Может быть, Наташа у нас добытчица. Наташа пишет, не пали контору. Ты имеешь в виду, что я ее застукала с сигареткой? Все нормально, посмотрим. Ну, хоть соревнования проводи, знаете, по нырянию в помойку. Кто из симов за вылазку найдет более ценные предметы, как-то премируй потом этих симов, даже не знаю. Ну что, Наташа находит торсырье. Не пойму, то ли что-то с контейнерами, да, не так. Потому что, смотрите, какие-то там... Какой-то лут там тоже такой сомнительный теперь находится. Раньше я помню... Столько не нужно было в контейнеры нырять, чтобы найти какой-то там классный предмет. А сейчас за все время, получается, нашли только какой-то стол, да? И вот сегодня нашли картинку, хотя, ну, в помойках они лазают очень даже систематически. Давайте для справедливости какую-нибудь кучку мусора здесь небольшую уничтожим, вот эту, например. Ну, потому что мы все-таки нашли там какой-то мусор, да, за вылазку уже, и здесь должно стать чище, чтобы когда здесь все расчистится... Помойки утратили свое полезное свойство для нас. Как-то это фиксировать будем. Может быть, Кьяну, который не умеет воровать, найдет нам что-нибудь в помойке? Нет, краска мрак. Краска мрак, кстати, посмотрите, а цвета она белого. Интересно. Все, я думаю, можно валить. Можно валить. Бросай кубик. Так, вы фактически вернулись назад в свой дом с группой, когда вдруг неожиданно собака обнаружила записку. А у нас нет никакой собаки, честно говоря. А если у вас есть псина, вы можете сделать телефонный звонок, чтобы выбрать там какую-то фигню и приобрести игрушку, но в подарках для своей псины. А ну, у нас нет никакой псины. Ну и получается, что... В общем, это к нам не относится. О, как приятно, наконец-то. Наконец-то у нас появились зомби. Правда, к слову сказать, знаете, вот этот чувачок, смотрите, ходит. Мне кажется, мы его уже убивали. Но он ходит здесь снова.
Как это может быть? Очень странно. Мы же его уже убивали. Ну, ничего. Видимо, не знаю, голову ему пришили на место, убьем его еще раз. Будем отправляться домой. Кто у нас там? Кьяну атакует вот эту собаку. Кьяну, сделай это. Так, и кто-то из ребят пусть у нас попробует. Ну, хотя, может, далеко. Может быть, ей не надо на него нападать. Вот, а все остальные пусть идут у нас сюда. Ай, ничего не получится. Посмотрите, эта собака легла на пол, этот волк. Зараженный оборотень прям антуражненько выглядит. Ну, он еще и бывает, что ходит голый зараженный оборотень здесь. Он тоже смешно достаточно выглядит, потому что здесь еще и пиксели появляются. Так, я не поняла, а куда убегает Наташа? А? Почему Кьяну лежит в кровати вместо того, чтобы атаковать оборотня? Что вообще происходит? Мила, сделай это, пожалуйста, когда он встанет. Он еще мычит, как коровка. Так, ну что? Мила захотела поболтать с Кристиной в моменте, когда оборотень встает. Фиговая идея. Надо в него выстрелить. Что, пора? 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 Мы будем стрелять в него, нет? Да? Нет! Он что, кого-то кусить хотел, да? Он хотел, наверное, знаете, на Кристину напасть, но тут она закурила. Слушайте, мне нравится эта история. Посмотрите, на это оборотень стоит. Видите, вообще просто. Кристина курит стоит. И пофигу, она, наверное, знаете, решила, что она курила волшебный укроп, и у нее просто галюны, короче. То есть это не может такого быть. Так, и я ничего здесь не вижу. Ну, кто-то должен выстрелить в эту собаку. Алло? Вы чё, блин, ребята? А чё вы стоите? Так, нужно же собаку расстрелять. Ну, это несерьёзно. Ну, справились. Справились. Справились с собакой, можно возвращаться домой. Ну что, Кристина почему-то хочет зажариться до смерти. Если честно, она меня уже начинает напрягать. Почему она зажарится до смерти в своей обычной одежде? Что с ней не так? И что вот это вот я сейчас там видела? Да ёшкин ты кот! Слушайте, ну почему игра мне генерит постоянно только Наташу? Мало того, посмотрите, Наташа зомби укусила Наташу не зомби. Блин, горелый. Пока мы отвлекались, вот так. Что, что у нас есть спрей, нужно его использовать, и потом, короче, битва двух Наташ, да, убить эту негодяйку. Фу, хорошо, что когда быстро используешь спрей, потом заражение не происходит. Наташ, ну реши с ней теперь, что такое? Ничего себе! Вот уж точно ничего себе, нормально вообще? И она, смотрите, она не померла, походу, да? Значит, она опять встанет. Наташа, ты знаешь, это вариант убежать тебе сейчас в дом. Вот так вот, отвлеклись и нас покусали тут же. Иди уже в дом. И что, она прям на нашем участке валяется, что ли? Я не пойму. Я в шоке. А где Дольф? У нас есть у кого-то нормальное оружие? Если она сейчас не помрет, может быть, мы ее еще раз... Никита пишет, что Наташа галюны, она увидела зараженную версию себя. Галюны, слушайте, должны быть у Кристины. Это точно, пишет Наташа про галюны Кристины. Я тоже считаю, что у Кристины должны быть галюны. По-моему, даже они у нее уже были, только я не помню, по какому поводу я это комментировала таким образом. Так, белье еще не высохло. Ну вот реально с бельем, да, какой-то апокалипсис, а со всем остальным что-то я его не наблюдаю. Симы наши устали, разлеглись спать, кто куда. Кстати, почему-то мы не юзаем вот этот зомби-репеллент, да, надо его, может быть, поставить куда-то на видное место, и когда у нас будут вылазки, как-то, ну, собираться, продумывать, ведь с репеллентом можно ходить совершенно спокойно, да что такое, совершенно спокойно мимо зомбов, и они не будут агриться. Так, давайте же украсим наш прекрасный дом. Наши замечательные симы принесли нам столько полезного, декоративного всякого
Говна. Надо код вести было, да, наверное, сразу, а то не повесить будет. Прям старались. Вот, можно предположить, что у Киану на самом деле прошлое это было нифига не криминальное, да, что все-таки он деятель культуры был. Так, смотрим. Ну вот, да, смотрите, 8 куч с бельем почему-то лежит здесь. Покажи, даже не знаю, как их выбросить-то отсюда. Ну, то есть продадим, не знаю, раз они в багаж семьи попали. Вот, так, поможем Симам. И повесим, конечно, наши красивейшие картины. Вот эту с бабочками вот сюда добавим. И Кристина нам сперла, смотрите, какую. Господи, куда их вешать-то такие? Пусть здесь висит. Может, наоборот, надо было, знаете, бабочек сюда, а сюда как к пианино ближе что-то такое на музыкальную тематику. Да пофиг. Ну что же, друзья, на этом моменте, на моменте украшения нашего чудесного дома, мы заканчиваем первую часть нарезки стрима, да, которую я для вас подготовила. Рада была всех вас видеть. Увидимся в следующей части. Надеюсь, вам было так же весело, как и нам. Все понравилось. И мы с вами еще увидимся не раз и не два. И также увидимся не только во варианте просмотра, да, нарезки, но и в живом формате. Спасибо за ваше внимание и пока-пока.